У нее строится квартира в Москве, она сейчас уже достроена, идет срок задержка строительства. Я прекрасно понимаю, почему это происходит. И мне раздается звонок компании, которая говорит, ну, которая предлагает мне подать иск на застройщика для того, чтобы получить финансовую компенсацию. Диана говорит, это классический случай так называемого потребительского терроризма. Вместо того, чтобы уладить ситуацию с подрядчиком мирным путем, сразу пишется иск в суд. В последние годы тенденция к злоупотреблению клиентскими правами распространилась по всей России, констатирует эксперт. Лишь за 2022 год застройщики выплатили 48 миллиардов компаниям, занимающимся претензионной работой. Причин для такого роста несколько. Во-первых, повышение юридической грамотности людей. Во-вторых, проблемные застройщики. По отношению года 2-3 назад была значительная проблема с просрочкой исполнения по передаче квартиры. То есть застройщики с того момента очень подкорректировали договоры. Как правило, они указывают сроки очень-очень с запасом и выдают квартиры на полгода, бывает даже на год раньше. Сейчас к алтайским юристам все чаще обращаются с другой претензией – некачественная работа. Происходит такое из-за экономии на стройматериалах и рабочей силе. Причины могут быть незначительными – помята входная дверь, сломан стеклопакет. И серьезными – проблемы с полом и стенами. Если застройщик не согласен решать их, то стоит провести экспертизу. Попробовать нажиться на проколах подрядчика – идея не лучшая. Доверителю объясняется о том, что если экспертиза выполнена с намеренным увеличением стоимости, то в суде она будет падать. Чем больше накручено, тем сильнее она упадет. Вот. Поэтому всегда такие люди есть, но это, как правило, исключение. Если как такового потребительского терроризма нет и человек просто отстаивает свои права, то проблем, скорее всего, не возникнет. В подавляющем большинстве случаев суд встанет на сторону покупателя. Однако из года в год у застройщиков возникают новые идеи по защите своих прав. Федерация ЖС, да, Федерация индивидуального жилищного строительства, сейчас активно продвигает внедрение стандарта приема, технического приема всех объектов. Безусловно, это платная история, и безусловно, она тоже будет накладывать какое-то свое влияние на цену на конечную. А пока эту функцию выполняют платные специалисты, которых нанимают некоторые жильцы для приемки квартир. Успокоит ли конечного потребителя общая экспертиза, спасающая от возможных недочетов, но которая повысит и без того дорогую стоимость квартир? Вопрос открытый. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.